27-летняя Оксана Воеводина поделилась тем, что помогло ей прийти в форму после появления сына Леона. Обладательница титула «Мисс Москва» 2015 удалось сбросить 28 килограммов за полгода. Воеводина рассказала, что за день до рождения сына ее вес составлял 82 килограмма. Перед беременностью эта цифра была значительно меньше – 57 килограммов. За период вынашивания малыша Оксана набрала вес. «Это был не просто жир и ребенок. У меня также были проблемы с почками, и я даже попадала 3 раза в больницу по этой причине». Размер ноги увеличился с 38 до 40 размера. «Ни в одни свои туфли я не помещалась», – поделилась откровениями титулованная красавица. Экс-супруга бывшего короля Малайзии активно боролась с этой проблемой. Она ежедневно наносила много различных кремов и масел. «Я ложилась спать, только обмазавшись этим всем с ног до головы. И благодаря этому у меня нет ни одной растяжки после родов», – похвасталась Воеводина. Оксане не верится, что буквально 6 месяцев назад она была совсем другой. «Минус 28 килограммов. Смотрю в зеркало и удивляюсь тому, что все это случилось со мной, и что я была просто огромной женщиной, как в ширину, так и в длину. Учитывая мой рост 179 см», – отметила модель. Сейчас Воеводина весит 53 килограмма. Молодая мама призналась, что похудела вследствие стресса и постоянного контроля потребления пищи. «Конечно, в первую очередь, это сильное потрясение. Но в то же время я очень дисциплинирована в плане питания», – резюмировала звезда подиумов. Недавно модель со скандалом развелась с Мухаммадом Вифарисом. Бывший король Малайзии назвал ошибкой свой союз с россиянкой и обвинил ее в неверности. Экс-монарх усомнился в том, что 4-месячный сын Леон – его ребенок.